Здравствуйте, уважаемые зрители! Леонид Куравлёв – легенда отечественного кино. Он снялся более чем в 200 картинах. Многие из них стали культовыми. Среди них Афоня, Не может быть, Ширли-мырли, Золотой телёнок. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Место под могилу он выбрал сам. Троекуровское кладбище считается филиалом Новодевичьего. Здесь хоронят политиков, военных, ученых, артистов. В 2012-м, на 73-м году жизни, скончалась его любимая супруга Нина Васильевна, преподаватель английского и директор школы. После смерти супруги Леонид Куравлёв начал вести затворнический образ жизни, перестал сниматься и появляться на публике. На могиле жены на Троекуровском кладбище он установил гранитное надгробие, на котором золотом выбито и его имя без даты. Леонид Владимирович, очевидно, никого не хотел обременять и все сделал сам, заранее озаботившись собственными похоронами. Сейчас, как сообщают медиаиздания, актер находится при смерти. У него обнаружен ковид. Легкие поражены на 80%. Актер находится в реанимации, сам он дышать не может. Леониду Куравлёву на данный момент 85 лет. Врачи не дают никаких прогнозов.